Большую Московскую отреставрировали еще в 2014 году. Памятник архитектуры – настоящая достопримечательность Одессы. Однако помимо внешней эстетики пока гордиться нечем. Гостиницу так и не запустили, а в 2017-м собственник сбежал за границу и исчез. На данный момент внешних видимых повреждений на здании нет, но долго ли так продлится при условии отсутствия хозяина? Зовні пам'ятка в придатному стані, ми не маємо ознак ані обрушення ліпного декору, ми не маємо ознак. От є в деяких місцях є відшарування там от фарби, але ж це знов-таки це не ознаки там обрушення або там аварійних ситуацій. Тобто на теперішній час у органів пам'яткоохоронних до стану технічного зовні цього об'єкту жодного питання немає. В управлении заверили, что мониторит состояние здания. Собственником большей части помещений является компания «Инкор Групп», скандально известного одесского застройщика Руслана Тарпана. Пределы Украины он покинул из-за проблем с законом. Связи с ним, разумеется, нет. Как выходить из сложной ситуации в мэрии пока не знают. Так же, как и не знают, как использовать помещения в гостинице, принадлежащие территориальной громаде. Здание стоит... Слава богу, что не за забором, слава богу, что не обваленное, но стоит. Когда, если мы определимся, мы должны и определимся с теми помещениями, которые принадлежат нам, естественно, это коммунальная собственность, это собственность коммунальной громады. И дальше уже что с ней делать, ну, логично ее было бы сдавать в аренду. О сроках, когда чиновники определятся с судьбой знаменитой гостиницы, в мэрии также пока не сообщают. Репортер будет пристально следить за развитием ситуации. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».